пятая разбита стоит машина. Я ехал на 538 рядом с шофером. Она ехала как будто бы как одна ехала по дороге. Она в автобус, она вот поворот, видите, какое узкое место здесь. Автобус уже успел уйти туда, уже уходить. Она просто неслась. Она женщина, мне этим летела туда навстречу. Ее зацепило вот ее левой стороной. И автобус вот этой левой стороной зацепило. Мы уже встали 538, вот эта наша «Шкода». Я ее откинула просто оттуда, откинула вот на нас уже сюда. А, то есть вы остановились, да, уже? Мы стояли уже. Угу. Петька по тормозам смотрит, удар. Мы встали, ее откинула на нас, мы встали сразу здесь, нам удар уже. И тут вот наша «Шкода». За внучкой мы ехали все. Я ехал, сын у меня за рулем сидел, и сзади внук еще был. А та женщина с двумя детьми. Дети у одного там что-то, в общем, блевало, короче, плохо ему было. С головой, ну, сотрясение, наверное, мозгов у него там, я не знаю что. А у нее увезли, у нее открытый перелом, короче, травма головы у нее что-то. В общем, она ее на носилках, эти МЧСники грузили ее, бледная вся, короче, даже похоже, не без сознания. То есть без сознания ее увезли, да? Да, ее увезли, детей забрали сразу на скорую, увезли туда. Мы уже встали, ее, если бы не встали, одна с ним ударилась, она туда, как бы туда ушла бы. Уведомил, что та женщина, вот, ну, на гранте, которая разбита больно машина. Угу. Она ехала, как будто бы она одна ехала, может, поворота даже не видела. Еще мобильник, говорят, у нее был в руках. Что она ехала, ей нужно было заворачивать, скорость притормозить надо было. Она не, как будто бы одна на дороге ехала. Она даже, может, автобуса не видела даже. Такие дороги узкие, такие, куда тут знать, зачем это все нужно? Внук сзади сидел. Он тоже ударился головой, там за хамкой сидел. А мой сразу выскочил с машины сын. Я так маленько в шоке. Я сразу за внуком сюда все такое. Он выскочил туда. И сначала Захарку выставил, что там парсом с той машины пошел. Детей доставать туда с машины, что дети там. Ну, знают они у нас, как ситуация бывает. А ее увезли, потом приехала эти женщины с автобуса, ее, я не знаю, руководитель развитый какой-то детей. Они поили ее, водой поили, там воду брали, у шофера брали его. Сразу оказывали медицинскую помощь ей первую. Но эти приехали быстро, это какое. Скорая первая прилетела сюда. Приехала сразу, ребята, помогите, все. Потом подъехали эти МЧС, подъехала, ну, эти... Ивангородская пожарка, ну, МЧСники. Они вот доставают, говорят, сами погрузят сюда, погрузим сами. Все. И он на носилке скорая сразу улетела. Детей еще, детей здесь отпаивали, для детей. Я так понял, что, наверное, старший сын был, что она обливала, стояла. Ну, я не знаю, у меня Захарки 5, вот, значит, там, а там постарше дети, наверное, лет 10 было, наверное, 10. А там женщина и двое детей? А там женщина, двое детей. Водитель говорит, она как будто уехала, как одна ехала по дороге. Все, говорит, мобильник даже в руках у нее был. Он уже уходить, он стал, видите, он в дороге уже свернул, даже уходить вправо стал. Она все равно его зацепила, ее развернула машину. Петька мой по тормозам сразу, сразу по тормозам. А ее развернула, она нас кинула, ее. Мы уже стояли. Я смотрю, несется машина, мы стоим уже, все. Петь, конечно, тормозил, мы, я тоже вперед, с ремнем поддался вперед. Вот. А она, это самое, на нас уже, нас ударилась, да, все, ее, ну, Петь, когда вы с матами вылетает сразу, скорее всего.